Движение на Дмитровском шоссе ограничено до 15 декабря. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». И сейчас подробности. Агентство новостей «Москва», по данным информационного центра транспортного комплекса столицы, сообщает, что до 15 декабря ограничено движение на Дмитровском шоссе из-за аварийно-восстановительных работ. Ограничения действуют в районе дома 100 на одной из четырех полос круглосуточно. Также с 1 ноября по 15 декабря на Дмитровском шоссе ограничат движение в районе дома 119. Водители просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Пока у меня все, еще больше новостей столицы не только на сайте mymsk.online.